Также видим, что здесь есть рейтинги данного проекта, они довольно высокие. Ну, допустим, на ICO Bench покажу, остальные трекеры можете сами посмотреть. Ну, начнем с, допустим, ICO Bench. Видите, что рейтинг здесь очень хороший, то есть средний 4.3. Ну что ж, возвращаемся, да, к данному сайту. Остальные рейтинги опять-таки разбирать не буду. Тоже, что еще важно, что есть различные бонусы. То есть, чем раньше вы покупаете, тем, конечно же, более высокие бонусы и будут. Это тоже, в принципе, правильно. И данный проект в этом плане, конечно, молодец. Также здесь есть обсуждение ежедневной прибыли. То, что он как раз таки говорил, что это один из самых интересных показателей, который здесь, в принципе, я нашел. Вот. Ну и видим, что, соответственно, прибыль вот рассчитывается в зависимости от объемов. Ну и также есть ключевые особенности. В принципе, мы их как раз обсуждали некоторые. Ну, допустим, отдельно отмечу, что здесь есть, кроме ежедневной прибыли, да, одного из самых главных, это торговля по графику. Также это сильное направление. Также это безрисковые сделки. Также это easy trade, проще говоря, это легкая, да, торговля. И расширенный уход за клиентом тоже можно отметить. Далее видим дорожную карту, она достаточно здесь объемная. Не будем, конечно же, все детали, в общем-то, разбирать. Но скажу только, что проект существует уже более 2 лет, потому что идея и концепция были разработаны еще в 2017 году. Ну а далее была разработка платформы, подготовка к ICO, собственно говоря, сам этап ICO. Но в перспективе планируется выпуск версии под iOS и Android, тоже важно, потому что сейчас мобильные технологии, конечно же, развиваются, в частности, приложения тоже нужны. Ну и также, естественно, торговые соглашения, внебиржевой раздел, ну и различные другие децентрализованные обменные выпуски тут планируются. Далее, что еще тоже важно, это команда данного проекта. Команда достаточно большая, мы тоже не будем с ней сильно подробно знакомиться. Если вас интересует, то можете сами эту информацию изучить. Скажу только, что здесь есть и краткое описание того или иного участника, и также есть ссылка на его профиль, допустим, LinkedIn, то есть можно там пообщаться на любые интересующие вас темы. Вот, ну и далее еще интересное видео есть, кто разбирает, как все это дело устроено. И вот тоже опять-таки ролики, которые рассказывают про проекте более подробно, причем со схемами, то есть, да, чтобы было более четко, ясно и понятно. Тоже интересная такая штука. Ну и также партнерство данного проекта есть, допустим, с ProBit, BitGo, с подобными компаниями. Ну и также в СМИ тоже есть информация про данный проект, допустим, Yahoo Finance, CoinRivet, Block Tribune и так далее. Ну что ж, на этом, пожалуй, будем завершать данный обзор. Надеюсь, что вам он понравился. Тогда спасибо всем за внимание и до встречи.